Недавно анонимные источники сообщили журналистам, что вскоре популярная передача на телеканале НТВ под названием «Говорим и показываем» с Леонидом Закашанским может быть закрыта. Причины такого решения не были и названы. Известно, что журналисты, работающие над выпусками проекта, будут распределены в других проектах. В частности, сообщалось, что некоторые попадут к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Сам Закашанский планирует заняться другим проектом на НТВ. На сегодняшний день программа «Говорим и показываем» является одной из самых рейтинговых в России, поэтому пользователи сети могут лишь догадываться, что заставило создателей проекта задуматься о его закрытии. Впрочем, официальные представители телеканала пока что так и не прокомментировали данную информацию. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.